5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцист, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Шаум F15. Эх, хреновая, скажем так, база, для которой понадобится еще и C4, чтобы получить доступ к 5 ящикам. Здесь взрывать не надо, тут только водосборник из ценного. Все ящики находятся вот тут, к тому же они даже цветные. Мало баз я видел, где ящики покрашены, но тут такое есть. Готово. От двух волн я избавился. Все, что можно было открыть, сломать, я сломал. Так, доски, боксит, алюминиевые слитки. Так, здесь изолента, слитки, ключи. Дальше спирт. Дальше. Ну, одну аптечку забирать, наверное, не буду. Вот так вот спирт и плотную ткань заберу. 9 запчасти от Тюрели. Здесь один топорик, один красный талон, маска. Не знаю зачем. И вот это вот можно сломать. Ну, тут... Да, пусто. В общем, вот такая вот база. Не знаю, может, надо посмотреть, что в пикапе. Но навряд ли меня там что-то обрадует. Что-то я тут сомневаюсь очень сильно. Да, пусто. Вот этот лут вы получаете, использовав одну C4. Как по мне, хрень да и только, но решать только вам. Хотите, взрывайте. Не хотите, не взрывайте. Тут можно подойти просто к одной из стенок и сломать плотницкий стол. Мне кажется, это считается за рейд. И взрывать не надо будет C4. Ну, а на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените лайком. Пока-пока. До скорых встреч.